Ростелеком совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России представляют шоу «Дети на льду. Звезды». Их осталось 20. 10 мальчиков и 10 девочек, которых ждет последнее выступление в родном городе. Кто из них поедет в Москву? Кто справится с волнением? Известно только нашему жюри. На этой неделе мы узнаем, какие выступления подготовили мальчики на единую тему «Латиноамериканские танцы». Смогут ли они быть ярче остальных и доказать судьям, что именно они готовы к полуфиналу? Не пропустите незабываемые выступления юных фигуристов в шоу «Дети на льду. Звезды». 5 июня в 13:00 смотрите начало третьего тура шоу на канале «Все ТВ» интерактивного телевидения «Ростелеком».